Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Парадайз Алания. Сегодня я приехал в район Махмутлар. Тут около гор продается бюджетная 1 плюс 1 за 52 500 евро. Срочная продажа. Расстояние отсюда до моря максимум 4 километра. Будет шаттл сервис до моря. Люкс комплекс со всей инфраструктурой, даже будет здесь сеть магазинов установлена, Мигрос Жет, как мне объяснили. Так, отсюда видно крепость Алании, глазами вот видно вот так и море. Также вот лес. Позади здание, где я стою, находится где-то на расстоянии 3 километра, 2 километра горы. Как-нибудь сейчас покажу вам. Средний этаж. Южная сторона. Проект будет готов через 6 месяцев. Мне говорят 2,5, но я посмотрел на территорию всю, инфраструктуру вместе. Где-то 6 месяцев займет сдача этого комплекса. Технический паспорт будет получен после сдачи комплекса. Это премиум комплекс. Квадратный метр вместе с балконом, где это полезное. Так, полезное здесь 45-46 между ними. Также есть прихожая. Мебель уже установлена. Нужно докупить бытовую технику, гардероб, допустим, и мягкую мебель там. Сюда установят унитаз. Вот у нас душевая кабинка не маленькая. Тут таких цен нету, чтобы вы понимали. Просто срочно продают, нужны деньги. Айдат где-то будет 50 евро. Спальня. Так, алюминиевый термопакет окна. Использованы хорошие стройматериалы, качественные. И вид здесь. Потрясающий вид будет. Могу отправить фотки отдельно этого комплекса. Высота потолков 2,75-2,85 между ними. Это спальня где-то 11 квадратных метров, 11,5, может быть даже 10,5. Кровать устанавливается в эту сторону. Это плита по 60 сантиметров каждая. 180. Здесь 50, скажем, 200. 30 и 40. 230. 2,5. Мебель с доводчиками. Глянем. Угу. Вот такая квартирка за такую цену в Алании. Около гор и до моря где-то, не где-то, ровно 3,80 я отмерил, скажем, 4 километра максимум расстояния. Будет сервис, трансфер отсюда, каждый час, кажется, будет передвигаться автобус. Как комплекс Азура Парк, кто знает, такой же будет комплекс, вот этот, который вы видите. Состоит она из 5 блоков, 1, 2, 3, 5 блоков, если память не ошибает, по фотографиям. Будет крытая парковка. Похоже, да, у комплекса крытая парковка. Детально все отправлю. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Это на данный момент один из самых бюджетных вариантов в моем портфеле. Также выходят варианты с 60, 65, 70. Есть около моря у меня за 68 тысяч евро, 1 плюс 1. Проект был сдан в 2012 году. 9 этаж под ключ, прямо около субботнего рынка Махмутлара. А также цены идут
и вверх. Кому интересует под ВНЖ, у меня есть недвижимость под ВНЖ. В законах какие-то есть изменения с ВНЖ, жду, изучаю. Там вроде и спросил, вроде кому-то дают по квартире, если не указано 200 тысяч, в открытых районах на 6 месяцев туристическую визу дают. Есть такая информация, но я точно не могу сказать, потому что кому-то уходит, кому-то не выходит. Тоже по-разному. Поживем, увидим. Вроде Зираатбанк начал выдавать льготные кредиты 2,79%. И вчера в новостях вижу, в каком-то городах цены уже на квартиры начали взлетать. Даже объявление на 2 миллиона лир подняли. И государство, органы взяли за это дело. Короче, вот так вот. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока. Ставим лайк, подписываемся на наш канал.